Всем привет, сегодня 30 августа. Нахожусь я на больничном озере. Это, короче, в районе Чокрушева, в районе асфальтного завода. Там страусов разводят. Ну вот, поймал такую чурогайку. Вот, на блесенку. Приехал тупо половить ротанов. Ну и что попадется. Карандаши так карандаши. Ну пока ротаны вон там на удочку у меня не клюют. Приехал на велике, блядь. Купил себе велик, блядь. Чтоб пешком не ходить. Вчера ездили на Уй. Я там видео снимал. Ну снимал тупо, когда еще лодку я накачивал. Потом у меня настроения не было снимать дальше видосы. Памяти мало было. Короче, я вчера поймал там щучку примерно на килограмм где-то. Сплавились километра на 3 вниз от моста Крапивского. И нихуя больше не поймали. Мужики там с Омска были, короче, на двух моторах гоняли. Тоже поймали щук, но они там килограмма по 2. Ну, штук 7, может, поймали щук таких здоровеньких. Ладно, всем пока. Ну вот, ребята. Поймал вторую, примерно пятисотницу. Вот на вот эту хуйню, на попер. Промазывала раз 6. В итоге наскочила. Ротанов не поймал. Это вторая щука. Ну вот, ребятки, третью поймал. Вообще и грибу он как оторвал. Видите? Вот. Ну, первая у меня побольше была. Третья. Забагрился четвертый карандаш. Короче, конкретно попалась. Видите как? И в глаз, и в жабру, бля. Это еще меньше, короче. Но отпускать смысла не вижу, она вон покоцанная. И мной проколото, заебись. Пойдет сметанку жариться. Вот, ребята, закат. Щучка 2 раза еще промазала. Вот пятую поймал. Но это схватиться успела, заебись. Зацепилась. Так. Пауза. Вот, ребятки, поймал 6-ю щучку. Пока с братом по телефону разговаривал, не смог заснять на спиннинге. Солнце уже село. Плескается со всех сторон. Щуки, блядь, вон волны идут. Там волны идут. Ладненько, пробую еще ловить. Еще минут 20-30 порыбачу и съебываюсь. Только, ребята, отошел с одного места, поймал вот такую семисотницу. Закат. А вот он, я, собственной персоной. А вот она, щука 7-я. Попалась нормально. Вот здесь поймал. Угу. Ладно. Кидаю еще. Сделал, ребята, еще 3 заброса. Поймал 8-ю чурогайку. Вот она. Красивая. Красавица. Давай, ложись-ка ты. 8-я. Вот еще оттуда он. А это тут поймал бы. Пауза. Вот они все мои 8 щук. Ха-ха. Такие вот они. По сравнению с кипариком. Вот. Все. Собираюсь на этом дрондулете ехать. Луна. Речка шумит, поле скошенное. Вон это. Речушечка. Все, поехал до дома. Че, ребята, сегодня 31 августа 2017 года. Ох ты, блядь. Сплавляемся от нефтебазы. Под мост, короче. Поймал вот эту сучку. Вот она. Кило 700 где-то, да? Не, Пашка, ты так не делай, да. Ты чё? На пару будет. А? Где-то кило 900. Не, кило 700 будет. Не больше. Вот такие дела.
нажми там на паузу и сфоткай меня. Так, ребята, поймал вторую щучку. Короче, 200 метров, наверное, сплавились. Короче, вон сеть нашли, в ней был налимчик небольшой такой, 50 грамм. И вот эту щучку взял. Ну, это до килограмма, наверное, щучка. Это у меня уже вторая сеть. А, давай еще фотку, нажми паузу. Так, ребята, вот поймал третью, но это уже где-нибудь 500 кг, 700 кг. Третья щучка. Ну, вот этого чебачка поймал. Тащилась красиво, 20 метров я за собой тащил. Давай фотку. Кого нахуй, блядь, возьмется? Пашка только что свою первую щуку сегодня проебал. После того, как я вот эту четвертую поймал. И у меня за место вот этой четвертой еще одна взялась. На сколько примерно была? Ну, примерно, взгляд твой. На 5. На 5 килограмм, да, где-то была. И во всем виноват вот этот вот человек, который неоперативно сработал с очком. Надо было, блядь, свой спиннинг бросить, который тащил, и работать с очком. Купить нахуй. Но он этого не сделал, ребятки, понимаете? Вот. Вот такие дела. Вот такая вот четвертая щучка. Вот они, мои крокодилы, лежат. Без тебя сняли отчет. Ну что, ребятки, Павел Евгеньевич тут зацепился. Я скорее начал, думаю, сейчас это, подматываю фрикцион свой, ну, катушку мотаю. И перед самой лодкой за метр примерно выскочила щука. Я думал, она промазала. А она взялась, короче. Ну, такая же стандартная, 1,5 килограмма где-то. Это у меня уже 5-я. У Пашки тоже вот, у меня вперед сорвалось было, 700-ница. А? Хапуга! Хапуга! У Пашки 700-ница, короче, сорвалась, которая у меня вперед сорвалась. После той, которая на 5 килограмм была. Да. Ну, нет, ну в том же месте. Та же самая. Ладно, всем пока. Вон, там 4, и это 5-я. Ну что, ребята, вот и Пашкина щука, Вера. Ну-ка, ваши впечатления? Пиздец! А, борода, нахуй, а не пиздец. Ёбаный, нахуй. Слушай, ты охуел, щуку с подноса выловил. Ёбаная, сука. Ну, хорошая щучка. Ебать, что лезет с подводной лодки. Ну, Пашка. Я, короче, вытаскивать не буду. Я сейчас буду кидать рыбачь. Хорошо кидать. Вот этот Пашка поймал вторую. Ну-ка, покажи ее. Ну, килограммовая. Че небольшенькая? Нормальная щука. Ебать, нахуй. А у меня 5 так и есть. Вот Пашка поймал третью щуку. О! А вот! А у меня 5. Я сейчас оторвал, короче, свою снасть. Ребятки, в общем-то, подплыли вот к вот этой речушке. У меня, короче, сейчас щука 3 килограмма сошла. Пашка вот поймал окуня. Сразу же. Второго покажи еще. 2 штук окуней он поймал. У него уже 3 щуки, короче. У меня 5 щук в садке, и вот 6-ю я поймал. На, Пашка, сними, руки сразу обтери только. Вот такие вот дела, ребятки. Солнце вон садится как. Сейчас я вам покажу эту щучину. Главное, чтобы она у меня не ушла. Чтоб она не ушла. Стоять, сука. Щука, блядь, ебаная. Ты мне башкой своей в руку бьешь. Подожди. Стоять. Как тебя взять-то аккуратненько? Стоять, щучка. Стой. Вот, взял с очка, короче, достаю, ну вот такая вот она, ну короче, до килограмма, может чуть больше, может 200 кг. Ага, ну все, вот Пашка поймал, короче, щукана, вот такого, ну это 500-ка. Полкилограммовая. Да, 500-ка. Четвертая, да, у тебя щука? Да. Ну и вот мои 6 штук, у меня уже 8 кг, наверное, есть. Всяко, да? Вот Пашка поймал 3, походу. Ну-ка, подними-ка. Покажи, покажи ее целиком. Поверни, не, поверни ее бочком. Не, так, в 2 руки возьми, ты чего эхаешь? Подожди. Вот она, здоровая, блядь. Ну, 3, может 2, 2,5. Блядь, а у меня сегодня такая же ушла, еще больше была. 5. А? Вроде бы как не залезть. Такая вот щука. Пашка поймал. Крокодил.
Килограмма 2,5, может 3. Ну, почти 3. Думаю, не 3. Выпрыгнул на берег, заснял? Нихуя ты не заснял. Давай. Так она как раз там была. Давай фотку. Ёбана в рот, я это не заснял. 6 щук, короче. Ну чё, ребятки, вот они мои 6 щучек. По сравнению с пачкой майский чай. Майский чай вообще. По сравнению не майский чай. Кило 500, кило 700, щука каждая. Такие дела. Даже есть побольше. Короче, 9400. 6 штук. Вес общий. Удачно сегодня порыбалил. Пашка тоже нехило порыбачил. Увидите там овные щучки. Ладненько. Пока. Буду чистить. И солить. Вот они мои. Щуганы. Дали какие крокодилы, блядь. Fisherman Hunter представляет охоту на рыбалку. На щуку, блядь. Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы. Ой, блин, крючочек. Короче, первая щучка пошла. Видно же? Вид, палец убери от вспышки. Видно? Да. Кило 345. Так, хоп. Сейчас ебанется. Не пишет? Пишет. Вторая щука. Кило 200. Охуеть. Маленькие какие-то. Кило 290 она показала. Так, третья щука. Кило 800. Так, сейчас, ребятки, четвертую взвесим. Извиняюсь, то что это память кончилась была. Кило 550. Пятая. Кило 540. Ой, ой-ой-ой, памяти не хватает. Ой, стоп, подожди, я не сбросил бы. Кило 610. Так, и паузу нажми. Там такая двоеточие. Жил. Валера, ты как туда забрался? Дурачок, бля. Валериан, скажите что-нибудь. Залез в рыболовный садок. Ай, распиздя, любитель рыбы. Ой, дурачок, блядь. А это колбаску кушать, я колбаски принес. Извини, что, блядь, в 12 ночи. Валерочка, давай. Молодец, вылез. Валерка обосрался, блядь. Ой, бедный. Итак, ребятки, сегодня 17 года, 3 сентября. Нахожусь на Иртыше. Приехал только рыбачить. Вот такое вот место. Там он катер Морозовский стоит. Вон там. Во. Видно, может быть. Вон он. Вот он. Вот. Короче, буду пробовать ловить щук. Встал на якорь. Сейчас вот сачок распутал. Поставлю его на место. На законное место. Сачковое. Вот сюда.
Пускай он стоит, дежурит. Эх, 2 дня не рыбачил после той рыбалочки. Помните? 31-го, когда я был на рыбалке с Пашкой. Вот сегодня почти в том же месте. Ну, попробую. Пашка что-то мне не позвонил, наверное, на работе. Такие вот дела. Время уже 12 час дня. Все, всем пока, ждите отчет. Итак, ребятушки, вот эту вот блесну я купил позавчера. Добавил к ней еще вот этот тройничок. Сейчас поймал вот эту вот щучку. Примерно она грамм 500. Небольшая. Вот она, первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Ну, блядь, даже это. Через сачок пролазит. Видите? Щучка. Так, ладно. Закидываю в садок. Ладно, ушла в садок. Все-таки он наебывает. Все. Поймал вторую, ребята, щучку. Проплыл буквально 200 метров. Короче, у меня там сход был один возле первой. Потом вот здесь вот возле кустов тоже сейчас под куст кинул так просто на отвес. Взялась килограмма на 1,5, наверное. Ну, слабенько взялась. Без проводки, короче. Не заглотила даже и сошла. И сейчас вот тоже 500-ница попала. Сегодня что-то мелковатые щучки. Так, все, дальнейших отсчетов ждем. Вот, ребятки, и третью поймал. Вот она. Ляжить. Что-то они маленькие сегодня, блядь. Ну, видите, какой вал, блядь. Вообще заебывает этот вал. Пиздец, короче. Рыбачу? Итак, ребятки, 6 часов, спустя 5 часов поймал еще сейчас щучку. Короче, волна была пиздец какая здоровая, бля. Я, короче, гонял до этого, до рэба, хотел в рэб заехать. Нихуя не получилось, там, короче, речка увенькая. Раз, мелкая, два. Короче, волна вообще хуёво мне все давала, короче, рыбачить. Сейчас вроде бы все нормально, штиль такой вроде. Вот щука вообще покоцанная. Покоцал ее кто-то, блядь. Сейчас я ее достану. Короче, вот у нее покоцанное место. Видите? С этой стороны. И с этой стороны, видите, какая. Ну, щука так. Приличных размеров. Около кг. Вот. Поймал, ребятки, пятую щучку. Чуть вытащил. 2 кг. Видите, как она прыгает, дура. Ладно, все, паузу нажимаю. Вот, ребятки, 3 сентября поймал щучку. В том же самом месте, где, по-моему, 31-го, да, 31-го. О, как попалось. Видите, да? Вообще четко. Ну, 1/2 кг где-то. Вот отсюда вытянул. Такие дела. Хуя она дергается, оторвалась нахуй. Ну, ничего страшного. Дура только заморалась. Вот, ребятки, вторая. Ебать мой хер. Спустя 3 часа, наверное. Сейчас посмотрим, как она попалась. Был дождь, короче. Я одел супер-пупер плащ. Видите, как забагрилась.
И во рту у нее вот такая вот бякушка. Карандаш, блядь, грамм на 150. Отпускать не буду. Спустя еще часок поймал третью чурогайку, такую же, как вторая. Такая же самая маневрация. Отсекал ее. Даже не знал, что она попалась. Возле берега. Вот в этом окошке, прямо вот сюда, вот так. А что-то я уже подзаебался, уже 7 часов доходит. Ну, тут осталось хули 2 часа порыбачить. Может быть, и будет вечерний клев. Нихера не ловится, погода сегодня тоже херовая, сейчас дождь шел. Второй раз уже дождь шел. Поймал, ребята, четвертое. О как! Там две утки сидят. Вот она, пятая, ребята. Желать в тюпу. Вот. В самом конце. Вот она. Пятисотница. Добротная щучка, пятисотница. Короче, у меня сегодня 3 таких 500 граммовых и 2, получается, грамм по 150 чурогайки. Вообще малые дрищухи. Там охотник метров 300 от меня охотится, короче. Их там уже походу двое. И это, не дают мне туда пройти. Я не... вон до того куста хожу, который на углу. Вон тот, видите, вот тень вон и падает в воду. Вот он. Видите, вон до него хожу. А дальше не хожу, чтоб не пугать. У него там, короче, чучела в воде. Вот такие дела. Ладно, пятая щучка. 4 сентября 2017 года. Как мы умеем дергаться. Такая вот щука. Сучка. Фишерман Хунтер. Вот она, ребятки, 6-я, но уже больше, чем те карандаши. Взял тут же. Ну, спустя минут 5, наверное. Все, конец. Тот охотник, короче, уже за утками поплыл. На лодке. Вот там, может, будет видно. Справа. Булькается. Вот 7-я щука, ребятки. Было, короче, штуки 4 охуенных схода. Одна прямо где-то до килограмма прям была такая. Тащил, блядь. Ну, короче, она сошла. С той стороны, короче, тащил. Это метров 30 примерно. Возле берега моей стороны она почти была уже и ушла, короче. Такие вот, ребятки. Вон мой пакет виднеется. Вон. Вот за пальцем, видите, вот там точка, мне до туда дойти. И будет уже темно. Все. Ребята, 8-я щука. Только закинул, блядь, сразу же. Короче, с середины. На середину кидаешь, она выскакивает. Вот. Нормальная пятисотница. 9-ю взял. Пакет уже вон виднеется. Видите, дождик пошел. Ну, это такая небольшая, грамм 200. Пауза. 10-я щука. 10-я, вот он, пакет. Пауза. Вот мои сегодняшние. 4 сентября 2017 года. 10 чурогаек. Вот такой вот улов. Уже темень, блядь. Фонарик на лобный садится. Хуёво, короче. Буду съёбываться с рыбацкого места. В планах у меня сюда приехать со строгой.
Здесь не такое уж и большое озеро. Не глубокое, мелкое. Я думаю, чурагайки можно будет потыкать на вилку. Вот такие дела. Ладненько, все, складываю рыбку и пиздую до дома. Приехал на лесопеде. Туда-сюда, бля. Ну все, ребятки. Вот такие вот дела. Такой улов. Дома еще, может, сниму. 23 октября 2017 года. Нахожусь на РТШ. Короче, уже часа 3 отплавал. На спиннинг ни одной поклевки. На щуку. Вот сейчас вылез согреться, блядь. Ноги охуели. Вообще ноги замерзли, блядь. Вот такие вот дела, ребятки. Ну там он. Залив. Замерзший уже. Пробовал или на троллинг. Просто сплавлялся, по дну пускал силикон. Не буду говорить, что был удар. Но похожее что-то было. Так что считай, что ничего и не было. Щуки вообще нету. Возле берега, блядь. Не знаю, почему хуёво так идет. Рыбалка у меня. На. Всем пока. Думаю, что нынче я уже не поймаю на спиннинг щучку. Буду греться. Вот насолил за все лето рыбы, щук. И вот в этом байке. Да. Щучки-то не маленькие. Ну, представляете, какой бак. Полный щук. Потом... Ну, тут у меня мелкие, вот что с речки были, да? Где я про вилку-то вам говорил. Сейчас покажу. Вытащил их, уже вялю. Вот они вялятся. Высохли, пиздец. Ну, это вот пятисотницы, которые были на попер, когда ловил. Сейчас вот высушил. Жду, когда они чуть-чуть отсыреют. И будет вкусная щучка. Потихоньку съем за зиму.